Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас обзор на максимально дальнобойный федера от компании Волжанка Pro Sport Extreme Distance. Федера выпускается, в общем-то, эта серия выпускается в двух моделях. Это модель 420-120+, и 420-100+. То есть, что такое плюс, кто еще не знает, это означает тест по кормушке, голый, без корма, среднего объема. Соответственно, вы можете сюда ставить кормушку, допустим, на 100+, вы можете ставить кормушку 100 грамм и туда заправлять порядка там 40, допустим, 50 грамм корма. То есть это получается вот верхняя граница этого теста. Значит, по материалу бланка здесь порядка 40 тонн уголечек. Это с моей точки зрения, да? Я, честно говоря, не знаю, производитель указывает на это или нет. Значит, бланк снабжен кольцами Seaguide. Противозахлестными кольцами. Нижнее кольцо противозахлестное, дальше тоже. Внутренний диаметр кольца у обоих моделей 25 мм. Имейте в виду, что во многих местах почему-то пишут 30 мм. То есть люди путаются, начинают нам тоже звонить и спрашивают, как на самом деле правда, потому что мы действительно говорим всегда как есть и всегда правду. Значит, действительно, внешний диаметр там будет 30 с копейками, да, но нас не интересует внешний диаметр, нам нужен внутренний. Внутренний 25 мм у обоих моделей. Дальше стоит у нас важный такой моментик, это шпигоутное соединение, то есть кто как хотите думаете, либо это хитрость производителя, либо это действительно технологическое такое хорошее решение, но главное, что дает шпигоутное соединение, это уменьшение конусности бланка, то есть соответственно уменьшение его диаметра. Для этого производитель выигрывает, этим производитель выигрывает правильный строй, жесткость и соответственно более низкий вес. Второй момент, это более при шпигоутном соединении мы имеем плавное распределение нагрузки по бланку. Дальше, катушка-держатель Fuji 18 размера. В общем-то, с удлиненной резьбой сюда входят катушки практически любого размера, и карповые в том числе. Просто имейте в виду, что у некоторых катушечек, там, допустим, ну, грубо говоря, десятка, ну, 10 тысяч, 14 тысяч, у некоторых моделей здесь толщина лапки сразу идет толстая, она не всегда заходит вот под саму, да, в сам катушкодержатель, а по длине проблем никогда не вызывает. Дальше все у нас и рукоять, и, соответственно, верхний форогрип, это EVA. Материал EVA очень здесь хороший, действительно качественный, потому что EVA и EVA рознь. Я показывал в своих видео, когда на некоторых бюджетных моделей ставили такую EVA, что лучше бы, ну, это просто кошмар, да, лучше бы они вообще ничего, наверное, не ставили, не выпускали такую серию, где эта EVA практически как губка, и она сама впитывает не только запахи, а и воду и так далее. И когда человек там рыбак, да, затрагивается, сжимает его, она просто, вода чуть не вытекает оттуда. Естественно, такая EVA будет разрушаться очень быстро, и там, ну, сезон-два, и у вас все это закончится. Здесь EVA класс, качественная, хорошая, никаких тут претензий к ней быть не может. Ну и как бы здесь опять же есть хитрость небольшая производителя в том, что EVA это максимально легкий материал. То есть если вы хотите, производитель хочет максимально снизить вес бланка, да, за счет того, что он где-то там, ну, применяет более там тяжелые какие-то материалы условно, то можно ставить EVA, и это практически невесомый материал, в отличие от пробки и тем более рабра. Второй момент, плюс у EVA, да, это вот неоспоримо, да, и спорить с этим бессмысленно, это действительно материал очень комфортен в плане использования. То есть этого материала вы можете спокойно смывать достаточно быстро и рыбью слизь, и прикормку и так далее, то есть он быстро очищается и, в общем-то, хлопот не доставляет. Дальше идет такая вот современный такой дизайн плоской ручки, которая, ну, да, удобно, когда она прилегает к предплечью, ну и, соответственно, всю эту эпопею заканчивает торцевая пробочка с логотипом. Федера комплектуется тремя вершинками, 120-й комплектуется вершинками 3, 4 и 6 с противозахлестным тюльпаном.
И сразу же скажу, что внутренний диаметр тюльпана, да, внутренний именно, 4 мм. Многие это спрашивают, почему-то нигде эту информации нет. Ну и, соответственно, посадочный диаметр вершинок 3,5 мм. У модельки 100+, комплектация вершинок 2, 3, 5 унций. Вершинки достаточно удобные, действительно информативные и помогают рыболову, в общем-то, забрасывать. И даже когда идет грязь по воде, то есть диаметр позволяет не втыкаться при подмотке как себе, так и при забросе, да, то есть чтобы тюльпаны не ломались, чтобы вершинки не ломались, как это там грязь от того, что грязь налипла на леску. Значит, я здесь просто за кадром, может быть, не знаю, видно или нет в кадре, заранее промерил все технические моменты, да, которые самые основные, и вам это сейчас скажу. Значит, вес 420 до 100+, 335 грамм. И 355 грамм 120+. Значит, внутренний диаметр кольца 25 мм. И у той, и у другой я сказал. Вот имеется в виду вот этого кольца нижнего. 148 транспортная длина у обоих. И длина рукояти. Для многих это важно. Я измерял от центра катушкодержателя и, соответственно, до торца. 56 сантиметров. То есть, очень хорошая длина такая, позволяющая сделать хороший рычаг. Удобный при забросе, чтобы лишний раз, ну, такое вот ускорение придать. Длина вершинок, многие спрашивают, 66 сантиметров. Посадочный сказал 3,5. Еще раз повторюсь, 4 мм внутренний диаметр тюльпана. Ну и остается у нас, наверное, диаметр бланка 16 мм у обоих. Сейчас мы пойдем посмотрим строй, поднагружаем эти фидерочки, да, чтобы вы посмотрели, как они, в общем-то, в разобранном, ну, в собранном, получается, состоянии себя показывают. И не забывайте, пожалуйста, подписаться внизу, поставить вот такой вот пальчик вверх, если вам не сложно, да, для меня это очень важно. И кто не подписан, кнопочку подписаться, а также посмотрите в описании, кто хочет задать вопрос лично мне, я отвечаю каждый день в своем телеграм-канале и ВКонтакте. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Ссылки будут в описании под видео. Не забывайте, что покупатели, купившие у нас удилище, мы даем всем покупателям, купившим у нас удилище, мы даем бессрочную, пожизненную на весь срок службы, то есть гарантию на заводской брак. И плюс еще вы сможете в период действия акции получить две запчасти совершенно бесплатно. Такие акции мы проводим, надеюсь, и будем дальше проводить, но как бы это не является публичной офертой этой информации, поэтому в любой момент мы можем, конечно, это прекратить, но на данный момент мы это проводим, и подробности почитайте, пожалуйста, условия этих акций, пожалуйста, почитайте в программе лояльности на сайте магазина Multifish. Ну, пойдемте тогда смотреть строй. Друзья, разложили мы фидерочки, Константин Михайлович нам поможет в плане нагрузки. Значит, первый фидер у нас 420-120+. Я сейчас вам его показываю пока на камеру, махну. В руках лежит приятно. Мне лично нравится. Даже очень. Видите, хорошая палка. Видите, как она загружается. Нагрузим. Вот я вам даже руку сейчас показываю. Вот я одной рукой, вторую. И попытаюсь. Вот смотрите. Так вот, в такой плоскости. Вот в такой. Отлично, он загружает бланк. Смотрите, как правильно распределяется нагрузка. То есть, отлично. Просто не к чему даже прицепиться. Ну и следующее, это соточка 100+. Крупные кольца, 25-е. Нагружаем. Это видите. Отлично. Итак, друзья, посмотрели. Ну вот многие спрашивают лично мое мнение. Да, Максим, купили бы вы эти фидера? Действительно ли они классные? Да, действительно, мне они нравятся. Считаю, что по сегодняшним ценам они адекватны. Да, ну сами понимаете, понятно, всем нам хочется, чтобы было дешевле. Но если завод поднимает цены, если курс такой, как он сейчас есть, доллара, то, ну вот, к сожалению, мы вот как продавцы, производители, да, ну ничего не можем с этим сделать. Поэтому относительно всего того, что сейчас есть на рынке, да, отличные катапульты, отличные палки, действительно бросковые. Ну, как бы, естественно, я рекомендую их покупать все-таки у меня в магазине Multifish. Ну,
для вас здесь плюс тот, что мы даем действительно бессрочную гарантию и две запчасти в год бесплатно. Подробности акции, как сказал, читайте в программе лояльности. Значит, по чехлам. Удилище комплектуется, в общем-то, двумя чехлами. Это вот такой чехольчик матерчатый с кармашком под вершинки и, соответственно, три отделения под бланк на липучке. И все это, и этот чехольчик уже помещается вот в такой. Я лично, когда этими фидерами на тесты их брал, я после первой же рыбалки вот этот чехольчик оставил в покое и просто этот фидер аккуратно вон туда складывал, вот в этот чехол. Он не промокаем, не впитывает влагу, хорошо, в общем-то, ну, долговечен. То есть хорошо, качественно прошито. Я просто их как клапаном на липучке закрываю и вот так перевожу. Но для меня вот так удобней. Всего доброго, до новых встреч. И подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте вот такой пальчик вверх.